Драгоценные мои друзья, хочу вам показать большой веденский мешочек. Часто не встречаются веденские мешки, которые внедряют в тело человека колдовство для того, чтобы нанести удар, принести болезнь, либо какое-то несчастье в жизнь человека. Ну вот знаете, как бывают такие колдовские мешки опасные, которые обычно приводят к неожиданной смерти. Да? Вот происходит инфаркт, инсульт. Человек, который вроде, все более-менее в порядке, какие-то заболевания мелкие есть, но вот такого, чтобы, то есть вот, чтобы убить, удар, вот этот ведьминский мешок смерти, вот смотрите, какой он большой. То, что вот он, видите, он как бы бывает круглый, а потом он раскрывается, и вот все это колдовство как бы, как пар уходит. И вот здесь вот этот, отливка-то была большая, я ее все целиком не показываю, там было несколько ведьминских мешков, то есть, в общем-то, готовился, наверное, чтобы прямо стереть человека с лица земли. Ну вот, видите, вовремя сделали отливку, и вот это колдовство, видите, насколько оно, здесь и некротики намешаны, и здесь можно посмотреть и бесы, видите, и шипы, и рассорники, здесь целый комплекс воздействий, чтобы он должен был произойти, уничтожить человека, если бы он взорвался именно тогда, когда хотел колдунья. Отливка позволяет вытащить ведьминский мешок из тела. Но здесь, конечно, он такой здоровый, мощный мешок, прямо вот как бы сделан на смерть. Ладно, драгоценные мои друзья, давайте не боимся никого.